В финал вышли краснодарцы Вячеслав Красильников и Руслан Быканов. Им пришлось сразиться с сильными соперниками – москвичами Ярославом Кашкаревым и Дмитрием Барсуком. Дмитрий – лидер по количеству титулов в России, он семикратный чемпион. Их соперники, наши земляки Вячеслав Красильников и Руслан Быканов, выступают в паре всего 2 года, и результаты неплохие. Без особого напряжения вышли в финал на поединок самой сильной пары России. В ходе игры лидеры определились сразу – Кашкарев и Барсук. Они вели весь матч, но с небольшим отрывом, и на последние минуты вышли со счетом 14-8, который мог измениться в считанные минуты. Но краснодарцам все-таки не удалось обойти лидеров чемпионата, и на высшую ступень пьедестала почета поднялись Ярослав Кашкарев и Дмитрий Барсук. На площадке легко, в принципе, особо не бывает никогда. Игры были, в принципе, тяжелые, но мы не проиграли ни одного сета, показывали хорошую игру. Вот. Ну да, но я здесь был в Анапе 4 раза вторым, и надо было уже пора выигрывать. Краснодарская пара спортсменов перспективна, так считают судьи и тренеры, и серебро – достойная награда. Руслан Быканов – потомственный спортсмен, и на этой игре за него болел отец-волейболист. Дальше сборы, Open будет на следующей неделе в Анапе. Должны выступать здесь, тоже на родной земле. Она в этом году родной стала. И дальше сборы, соревнования. Среди женских пар на высшую ступень пьедестала почета поднялись спортсменки московского клуба Марии Прокопьева и Жулиана Фелисберте. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.